снимайте. Замечательно. 25 числа должны были быть какая-то картина. И с продажей билета. Так хотели на 30-е мне, но я отказалась. Сказала, как день рождения, это что? Это что, продавать билеты, да? Вы что? Чтобы потом вообще смеялись надо мной. Да. Вот и все отменили. А почему еще, я думаю, отменили? Потому что надо делать рекламу, чтобы теперь красный зал завидел, чтобы они купили билеты. Это надо делать не меньше месяца. А наверное, что-то там 2-3, ой, да еще впереди праздники, ой, да стрелять будут, а вдруг попадет.